Александр идет? Идет там? Идет. Все ближе и ближе. Стало даже легче. Высота уже че? Почти 4000 метров. Мы не сдаемся. Вот два пика Эльбруса. Левый повыше, правый как пониже. Как нас там назвали? Пляжные, горнопляжники. Горнопляжники мы. Мы горнопляжники. Саня, вон в шортах. Александр. Мария, вы рады? Очень. Это стыд живого, что тебя до вершины не оставили. 30 км? Да. А мы 24 сделали. Маша рада очень. Что закончилась тренировка? Чтобы вы понимали, всех нас привезли на машине. Вообще всех. А Ярик все еще идет. Герой. Наш единственный. Че, Ярик, как тебе? Знаешь, нас подняли всех на машине. Я дурак, да? Да. Я тоже немножко считаю, что я дурак. Все, поехали. А вон Эльбрусик. Сейчас. Вы так посмотрите. Так, Ребзи, все дружно передаем привет. Машем ручками. Машем ручками. Ручками машем. Ручками машем. Купаемся и машем. Да. Женя, скажи свои впечатления. Мне нет слов. Супер. Можно обожать горы бесконечно. Сила, мощь, энергия. По Оле видно, что она полна сил просто. Вода чистая. Холоднючая вода. Everything, but I guess you don't remember. You were only for the night, like a swipe on.